Так, союзники испытывают новую топливную бомбу в этом регионе. Остановите их испытания. Уничтожьте союзника в этой области. Но опасайтесь тестовой бомбы. Координаты цели испытаний можно найти на трансляционной станции на западной базе. Если вы возьмете под контроль станцию, то узнаете место проведения испытаний. Это значит захватить контрольно-испытательную станцию, да? Трансляционную, точнее. Хорошо. Знаете бы еще, как она будет выглядеть? Испытание можно остановить, уничтожив техцентр на северо-восточной базе. Техцентр на северо-восточной базе. Север, юг, запад, восток. Северо-восток, значит, справа сверху. Хорошо, не подведите нас. Опа. А базу дадут? Опа. О, классические юниты. Наши старые добрые хэви-танки. Прекрасно. После той миссии это прям, не знаю, глоток свежего воздуха. А то как-то аж даже не знаю. Не то, я себя не в своей тарелке чувствовал, сидел, когда... Мне дают хэви-танки, они Тесла и шмалят. Так, давай разведаем, что у нас сзади, с тыла, так сказать. Могут ли к нам с подветренной заехать? Или нет? Ну, ладно, могут. Чат видит, хотя я пущен снова, да ладно. Не, я имею в виду, на фоне вот этих вот ярлычков, зданий, построек и так далее, нормально видно? Мне вот это самое главное, потому что вот то, что вы пишете, это хорошо. А, видно ли справа сверху это? Так, тут, кстати, тупик. Давай разведаем. Может, тут какие-то кристаллы? А, вот ресурсы валяются, нормально. И кристаллы, да, как я и говорил. Отъедь. Так, 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 так. Казармы давай, по классике. Опущен ниже некуда, понял. Люблю чат опускать. О, да. Пора скоро, думаю, какой-то смайлик заделать. Опущенный чат. Или мемчики какие-то заделать. Так, сейчас у нас юниты обычные, поэтому надо ими пользоваться как обычными юнитами. То есть танки, хэви-танки, они тяжелые. Шмаляют с двух стволов, чувствую себя прекрасно. Что еще для хорошей жизни нам надо? Только оборонки в виде одной хотя бы огнеметной башни. Интересно, мода на двуствольные танки, это вы тут впервые индустрии запустили? Честно, я не знаю, может быть они у кого-то посмотрели. Тут хороший вопрос на самом деле ты задал. Но впервые я, наверное, именно в Red Alert первым увидел танки с двухствольными пушками, со спаренными. Не знаю, вот как-то... А, не, вру. Не... А хотя нет, не вру. Что происходит? Где-то кто-то кого-то взрывает. Не, хотя да, именно в Red Alert. Потом уже в Дюне 2000 увидел. Опа, вот и наши союзнички приехали. Motherfucking Alliance. Потом это уже увидел в Дюне 2000. Там были эти танки у Харконинов, которые... Девастаторы вроде назывались. Ну типа как аналог Мамонт танка. Такой жесткий, мега жесткий танк с двухстволкой. Давай здесь заделаем. Тут мы можем Теслу бахнуть, и она будет еще прикрывать наших харвестеров. Кстати, но надо лучше на электростанции. Девастаторы, да-да-да. О, первая часть. Это? Yes, это да. Выглядела игра вот так. О, да. Кайфово. Так, делаем сразу же сборщика руды. Лишним не будет никогда. Сидим пока перди, мужики могут пойти на разведку. Кстати, нет, может этот пойти на разведку. Висите на базе, потому что у нас могут пехотинцы приехать. Нам надо будет их как-то контрить. Потому что слева я не знаю, что у нас находится. Так, а надо будет Теслу заделать. Ну, посидим в дефе потихоньку. Так, ты идешь сразу кристаллы добывать. И делаем Теслу. Сколько стоит? 1500. Нормально. По сути, как вот эти танки были, которые у нас в предыдущей миссии, да? Мамонт танк это аналог осадных танков и девастаторов из Дюны 2. Понял тебя. Блин, задавили. Ну, бывает. Сейчас Тесла будет. А, вот он будет контролить вот этот весь периметр. И сюда даже будет доставать еще. Ну, я просто сейчас ее в идеальное место поставлю. Прям идеальнейшее место. Лучше не бывает. Первая часть круто. Да, согласен. Я много раз говорил, что первый Red Alert мой самый любимый. И это так и есть. Так, ставим Теслу мы сюда. И она, по идее, должна и это место контролить. Вот, то, о чем я и говорил. И сюда доставать, и даже, может быть, сюда еще достанет. Если враг вдруг доедет.
Так, дальше что? Можно еще сделать одну сборку? Нет, давайте, наверное, не сборщика сделаем, а именно обогатитель. Да выгружайся давай, дурак. Сказал бы, руда есть, а он что-то его не собирает. Двуствольные танки есть, почему не делать четырехствольные? Ну, в генералах делают. Только не танки, а такие пушки с четверенки называются. Вот, если вы смотрели мои видео по Genius Evolution в Женеве, там делают, еще как делают. Блин, просто елочка горит, как звезда в нашем небе. Отлично. Так, все, переезжаем сюда потихоньку. Так, вот елочку не обижай, она хорошая. Не надо тут мне. Не надо, она тебя сама обидит. Еще как. Так, мужики, вот тут давайте пердите. Надо разведку сделать. Кстати, как часто ты стримишь? 2-3 раза в неделю. Сейчас из-за того, что у меня ремонт... Это что такое? А, это испытание ядерное здесь делают уже? Какая прелесть. Надо, кстати, это, радарчик заделать, чтобы видеть, что происходит. 2-3 раза в неделю стараюсь стримить, но не всегда получается. Но я стараюсь. По крайней мере, стараюсь. В Дискордик заходите к нам, ребят. Там расписание трансляции есть. Ну, не расписание. Вру, не расписание. Там не расписание трансляции, там... анонсы. За несколько часов до начала я делаю. Так, главное кристаллы собрать, они самые дорогие. Все, три этих харвестера, думаю, соберу тут все. Пропылесосит как надо. Ну вот, видите? Кто в дискордике у нас сидит, тот в курсе, что... стрим будет по какой-то игре или не будет. Я всегда там пишу. А, понял. Так, наверное, надо Теслу и сюда заделать на всякий случай. Или не надо? Ну, ремонтный сделаем двор здесь. Ремонтный завод, точнее. Если надо посмотреть, какой ландшафт вообще, потому что слева я вообще ничего не разведывал. Сразу к ресурсам потянулся мои, так сказать, запятнанные кровью капиталистов ручонки. Сразу туда потянулись. Ну, вот можно, думаю, где-то тут будет елочку влепить. Завтра будешь вечером? Нет. Хотя, никогда не говори «нет». Никогда не говори «никогда», да, есть такое правило? Может быть, буду. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. По крайней мере, не планировал. Я обычно стримлю во вторник, в четверг и вот в субботу стараюсь. Но это обычно. Это не значит, что так всегда будет. И всегда было. Но я стараюсь. Именно в эти дни подрубать. О, впервые 10 кажубов насобирал. Так трать. Чё там? Роль можно? А, у тебя есть роль. Ну, тогда не знаю. Тогда не трать. А как я хотел в Дюну 2 по мультиплееру пародисты, эх. А на компе вроде... Не, на компе вроде не было мультиплеера, да? То есть был же, была же ПК-шная версия и сеговская версия. Вот. Вроде как раз таки на ПК... Не, на ПК вроде не было. Да, вроде не было. Блин, вот это вот забрали бы здесь, да? Я поставил бы здесь электростанцию. Обидненько. Где-то надо тут теперь ставить. Не было на ПК, ну значит не было. Не было, значит не было, и пофиг. Не очень-то и хотелось. Так, поехали. Хэви танки. Даже если они Тесла не оборудованы, все равно они мощные. Так, оборонка есть. Теперь надо ехать. Проносить врагов. О! А вот уже у нас любители в гости заехать. Вообще пофиг просто. Как же эта елочка бахает. И вообще на все насрать. Ну, только не на спам пехотинцев. Ну и? Я не знаю, у меня такое ощущение, будто в третьем Red Alert или во втором елочек сделали очень слабыми. У меня такое неопределимое чувство, так сказать. Здесь они просто OP. Как же они разваливают все? Тут просто все разваливают. Так, тут можно, кстати, огнеметную башню на всякий случай сделать. На деф. Хотя не, нафиг надо, это трата денег. Так, о, аэродром. Что-то только сейчас я увидел, что он, оказывается, здесь есть у нас. Так, этих надо ехать давить.
Где-то опять что-то бахнуло. А елочка, алло, 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 работаем. А, тут ядерка побахнула, ё-моё. Неприятно. Вот это они побаловаться решили. Ядерными, мать его, бомбами. Так, ну ладно, значит, тут ничего не строим. Нафиг надо. Что такое елочка? Вот она, радость наша. Катушка Тесла. Их просто в народе елочками называют. Надо огнемет здесь делать все-таки. Пригодится, думаю. Так, поехали танками сюда. Их обычно елочками называют. Ну, если вдруг вы не в курсе, да? На всякий случай. Расскажу. Тут они мощнейшие, как когти у нот в Тибериумных войнах. Когти, это что за когти? Подожди, когти, когти, когти. Какие когти? Обелиски, что ли? Эх, уже не то, здесь не надо ремонтный завод полностью обустраивать стенами, чтобы технику возвращали на поле боя. А, ну это обелиски. Какие когти? Эта штука называется обелиском. Ой-ой. Ёлочку бьют, сволочи! Чё, охренел? Так, надо здесь еще оборонку делать. Так, что у нас там? А, самолет шпион. Давай, кинем сюда куда-нибудь его там. Разведаем, что у нас там происходит. Угу. Ничего хорошего для нас. Укрепленная база, тут, наверное, тоже укрепления какие-то, да? Ну тут есть ресы, на самом деле. Можно будет сюда заехать под... А, вот кто у нас тут ресы добывает. А ну иди сюда. Капиталист. Я их называю пиздец всему. Ну, тоже хорошее название. Так, делаем танки дальше. Танки вообще по КД надо делать. Больше танков, меньше проблем. Ну, давай энергостанцию заделаем еще. Ой-ой-ой, спам пехоты, какой же прелесть. Какой же кайф. Для наших хэви-танков. Разобраться с ними по-мужски. Да, обелиски забыл, ну, типа того. Так, а тут укрепление тоже есть, да, получается? Ладно, пока посидим, попердим. Базу эту с насколько нам... Опа. Трансляционная станция, нам надо ее захватить, насколько я помню, да? Хорошо. Надо взять ее под контроль, то есть надо захватить ее. А здесь ядерные ракеты тоже падают в миле от того, как их хотели бросить, более-менее в цель. Не, они всегда в цель попадают. Единственное, но они попадают всегда в цель, но есть проблемка небольшая. То есть ядерная ракета здесь слабая очень. Здесь ультимативное оружие очень слабое. В первых частях CNC, что в Red Alert, что в Tiberium Dawn, очень слабое супероружие, очень слабое. Ядерка классно сносит просто количество противников. И все. Это лучшее, что делает ядерка здесь. Так-то, к сожалению, она больше ничего не делает. Ну что, заезжаем. Как себе домой, мужики? Давай, поехали. Да просто заезжаем. А вы не тупите, тоже заезжайте. Или вам особое приглашение надо? Мне кажется, тут их контролить-то надо, пипец. Просто контрол. Микро-макро. Все, вроде нормально. Сейчас там танки еще делаются. Но по сути заехали. Надо выносить базу. Сумел бы воин одолеть разрушителя в борде? Ах, зэ. Это знаешь, на уровне фанатской теории, Макс. Я не знаю. Может быть, да. А может быть, нет. Тут надо у разработчиков надо спрашивать. Ой, ее ядерка где-то залетела. Надеюсь, не ко мне. Вроде не ко мне, слава богу. Не люблю, когда мне ядерка залетает. Ну, в принципе, никто не любит. Эх, я не так сильно играл в первый, в отличие от третьей. Ну, я больше в первую как раз играл. В третью я играл так. Как там? Альт. А, убегаешь, скотина. А ну, стой.
А ну стой, задавлю, тварюка. Твари такие убегают, не хотят, чтобы я их раздавил. Но все равно задавлю. Не, ему насрать. World Blocks, крутая игра. Не знаю, не играл. Не в курсе, что за игра даже. Если честно. Тут эффект усиления взрыва был при одновременном взрыве ядерных машинок и гренадеров. Наверное. Опять же, не знаю, не возьмусь утверждать. Если честно. Так, со мной шпион. Давай куда-нибудь его сюда закинем, глянем, что там у врага находится. Не то, чтобы мне сильно интересно, но пусть будет. Ракетчики мерзкие. Когда много танков, то и пехотинцы слетают. По щелчку пальца. Ну, контролить надо танки просто безбожно. Они на немецком или на английском? На английском, конечно. Ты чё? Какой немецкий? Das ist gut. Hände hoch. Так, что там, танк есть? Да, есть. Танков прям завались. Можно сюда их подвести. Эти танки, думаю, здесь и так справятся со всеми проблемами. Главное вот эту станцию не уничтожить. Хорошо, что... Вот то, о чем я говорил в одной из миссий, где надо было затонувшее сокровище, или как миссия называлась? За Альянс, как сейчас помню. Там техцентр был, точнее, радарная станция была такого же цвета, как и все радарные станции у всех врагов. А здесь она немножко другого цвета. И здесь она называется трансляционная станция. Это круто. Что стоите, подъезжаем. Так, все, по сути, эта миссия сделана. Теперь надо брать себе инженера. Танки пока отменять. Ну, временно. Блин. Кажется, гранатер бабахнул. Так, а что у нас тут? База какая-то. Давай глянем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Маневрируя танками. Так я так и делаю, здесь по-другому не получается. Где ж инженер? Да ладно. Три харвестера не могут денег насобирать? Вы что, с ума сошли? Это как? Так, а ее надо будет захватить. А как она к урону? А, нормально. Одним танком можно все сделать. Так, все, инженер, поехали. Вместе пойдем. Тут тебе надо посаппортить немножко. Обнаружен запуск ядерного хейтера. Ну, если бы у нас на Твиче были лайки и дизлайки, то, может быть, у нас тут были бы и хейтеры, наверное. Но в этом плане Твич намного лучше Ютуба. Он не отвлекает тебя на всяких дурачков-хейтеров, которые дизлайки тыкают на стримах. Хотя, можно лайки и дизлайки скрыть на Ютубе тоже, как бы, как вариант. Так что даже не знаю. Так, ну-ка давай сюда зайдем. Тут просто ближе. Тут могут быть враги. А, ну или просто гражданские. Не, я лучше по безопасному пути пройду. Тут деревня какая-то. А за меня Хьюит. Кто, мать твою, Хьюит? Ханна и Гретель. Паб Дэймона. Выглядит как обычный сарай. Какой паб? Дом мастера игрушек. Дом Френа. Церковь. Дом Ханна и Гретель. Так, в смысле церковь? Не понял. Мы атеисты, мы Советский Союз. Алло, какая церковь? Вы чё? В домах могут быть деньги. Кстати, да, могут быть. Вот я знаю, что церковь надо точно уничтожить. Мы... атеистическое государство. Где-то бахнуло. Она просто рандомно по карте бабахает или нет? Мне интересно. Так, где-то тут она. Тут вот база у них, да, 100% здесь где-то. О, деньги. Money. Прекрасно, давай деньги соберем. Собираем налоги, так сказать. Так, доводим количество жизней до красного значения. Аккуратно. Все, и забираем. Так. Что значит минута? Что значит минута? Минута до чего? До бомбы? Вот и бомба, кстати. Зря я не сохранился. И зря я это быстро так сделал. Надо было, наверное, юнитов уже сюда подвести, да, куда-нибудь? Сейчас, наверное, через минуту трындец наступит. Грабим дома. А тут мы, по идее, проиграли. Тут время нам дали.
Что значит минута? Минута до чего? Что делать надо? Техцентр на северо-восточной базе уничтожен. А, просто техцентр развалить? А, или как? Если просто развалить техцентр, то я могу прорашить. Не, все, нормально, нормально. Я уже пошел рашить в отчаянную атаку, потому что я не знал, сейчас думал... Да блин! А, все, минус МСЦ. Хотя нет. Еще нет. Вот это я простыкал, конечно, момент. Капец. Поддался. Я просто не люблю в стратегиях таймеры. Я поддался отчаянию. Да блин, раздавите вы их. Ну алло. Все. Я просто ненавижу таймеры в стратегиях. О. Что, можем заехать? Они пробрались. А здесь главная база. Ничего интересного. А, вот этих центр. Ну, можно, в принципе, так вот прорашить танками и попробовать что-то сделать. Ого, это что за хрень? Мужики, вы что, охренели? Инженеры. Что за раш инженерами? Вы что? Вы что, болки сдурели? Так, это нам не надо, да, чинить? Ну, я немножко починю. Чтобы было хотя бы желтое здоровье, чтобы они не могли заходить. Все, хватит. Трындец. Не, я могу тупо прорашить на самом-то деле. Да, могу. Все, поехали. Если миссия только в этом, что надо развить техцентр, то я могу это сделать довольно легко. А что такое ТБА? To be announced. Типа, скоро будет анонсирован. Ну, обычно в играх, в игровой индустрии это имеет трансатлантическое, будь то ли ради. А, ну да. Обычно это значит, что еще дата релиза неизвестна никому. Они что, просто делают спам юнитами и все, без приколов? То есть даже не запаковывают их никем? Странно. Так, ты давай обиженный побитой жизнью, едь тут ресурсы добывать. Так, а если тут подъезд подветренный или нет? Неинтересно. Мне очень интересно. Я бы заехал. Да, вроде нет. Хотя можно попробовать отсюда заехать, да. Когда, правда, много танков, очень тяжело. Очень тяжело ими руководить. Бери с меня привычку застраивания всего свободного пространства башнями. Не будет ситуации, когда ты протыкаешь внезапно атаку врага. Там как-то да, но не знаю. Не то чтобы я спидранил здесь прохождение этих миссий, но... О, а, это типа, наверное, таймер до следующей бомбы, да, нам говорит? Типа, когда она бабахнет? Надеюсь, сейчас по моим всем танкам она не бабахнет. Если она это сделает, будет очень обидно. Давайте, наверное, засейвимся. Она же рандомно стреляет. А сейчас она, эта ядерка, все мои танки снесет. Тогда, может быть, мы загрузимся и будет нормально. Играл кто-нибудь в Warzone 2100 на PS? Я играл. Если ты ко мне заходил на YouTube на канал и заходил в плейлист под названием My Favorite RTS, мои любимые стратегии, то ты бы увидел там видео, ну, типа с обзором. Не знаю, не на меня бахнуло. Типа с обзором Warzone. Ну, потому что я обзоры особо не делаю и не умею их делать, но... Я делал что-то типа обзора. Так, можно тут проехать? Да, вроде можно. Заезжай, мужики. Просто на тупую заезжаем, не думаем. Самолет разведчика сейчас включим и будем пытаться снизу расстрелять. Как я живу тупой? Вас надо прям реально за ручку вести всегда. Всегда вас надо вести за ручку. Вот куда вы поехали, алло? Просто заезжаем. Все, миссия готова. А, и надо базу еще снести, нет? Если надо еще всю базу снести, то это несколько усложняет процесс. Это даже сильно усложняет. Потому что это сейчас будет очень много времени затрачено на это. Надо им самое-самое главное, самое больное снести. Вы не ракетчиков не делали. Все. Ух, ё-моё! И что, теперь базу надо валить? Или что-то еще? Я мастер обороны, мог полтора часа играть один уровень. Я тоже. Но в данном случае как-то не очень хочется это делать.
Yes, sir. На самом-то деле. Unit lost. Ох, ё-моё. Так им базу теперь надо валить, нет? Подожди. Уничтожьте союзника в этой области. А, понял. Еще их надо развалить. Ну, это будет не скоро. Это будет не скоро. К сожалению. К сожалению, это будет не скоро. Можно как раз таки еще елочку тут заделать, кстати. В качестве обороны сойдет. Потому что это не достает уже. Я думал, достанет, но она не достает. Че, нельзя выгрузить? Ну, кого-то еще ждем? Кого мы ждем? Энергии тебе не хватает. Обидно. Ладно, немножко сделаем денег. Так, 490-600. 150, не хватит. А у нас что, только два харвестера, и один еще из них тупит. Прекрасно. Ну, едет, наверное, добывать труду, может быть, он разглючит. Я такой же, гораздо дольше проходил эти уровни, хотя мне тогда было 10 лет всего лишь. Ну, не знаю, не знаю. Тут каждый уровень, конечно, можно долго, часами проходить, но я что-то как-то... Так у них и денег, в принципе, хватает, да, как я вижу? Надо, значит, им пойти будет экономику развалить сначала. Или вообще сюда заехать, не знаю, что тут находится. Надо будет заглянуть. Мало ли там что интересное. Так, теперь делаем Теслу. Так, у нас получается два. Харвестера, оба выгружаются. Все, ты у нас едешь за кристаллами. Нам нужны бабки. А один харвестер нам снесли. Судя по всему. Ой, ты не в тот район заехал, дружок-пирожок. Ой, зря ты сюда заехал, ой, зря. Тебе же хуже здесь будет. Все, поехали за харвестером мстить сразу. Это вам не поможет. Сейчас пиздуло и получите у меня здесь. Так, ресурсов нет, да? Ну, едь тогда тут добывать их. Тут ресурсов дофига. Так, наконец-то он приехал. О, один из моих любимых треков играет. Yes, sir. В первом Red Alert. Так, тут что-то у нас есть. А, вы снесли эту штуковину? Вообще пофиг. Мне главное, надо было обнаружить, где вы находитесь. И теперь, по сути, надо снести все ваши производящие постройки. То есть надо будет им снести военный завод, вот эту штуковину. А, казарму я вроде снес, хотя они могли отстроить. И главную базу здесь надо снести, вот она. Но сначала надо будет заехать сюда и им снести экономику. Хотя у них и так денег немного, да? То есть у них тут, да, все по нулям. Если на самом деле в новой графике в этой, да, в ремастеренной, есть обманка. Под названием, что здесь как будто много ресов, а на самом деле нет. В старой графике это отчетливо видно. И это реально видно, потому что в старой графике здесь правда. Здесь мало ресурсов реально. Так, ну что, делаем здесь Теслу. И теперь будем 100% уверены в том, что у нас здесь оборонка будет. Все, теперь делаем танки. Что еще планируешь стримить? Ну, у нас есть Max Craft the World, вот Red Alert я возвращаю на большие экраны. А там посмотрим, может быть, еще что-нибудь. Пока это все. Так, вас, мужиков, давай, наверное, сюда отправим. Втроем, будете здесь прикрывать тылы наши. А то вдруг они опять под ветвенной заедут. А я буду не в курсе. Я выжил, да здравствует великий вождь! Здорово, Громотот. А мы-то все еще мучимся на третьей миссии. Ну, как сказать, мучимся. Здесь просто база довольно жирная, у нас мало ресурсов. Придется немножко дольше посидеть, чем я планировал. Хотя, стоп. Мы и так всего лишь полтора часа сидим. Yes, нормально. Не, ресов у врага, кстати, дофига будет. Надо ехать им сносить харвестеры. Надо сюда заехать. Харвестеры повыносить. И все, враг не будет заказывать технику. Кстати, это даже 4 танка легко сделают. Поехали. Пам-пам-пам. Здесь даже громче сделаю. Один из самых моих любимых саундтреков.
Backstep. Мне не в оригинале нравится, а в ремастере вообще класс. Так, а тут больше ничего нет, да? Ну там ничего такого неприятного для нас, я имею в виду. Может еще Харвестера заделать? Хотя не знаю. Есть и смысл. Наверное, есть. 1400 дорого, конечно, стоит. Ну ладно. Так. 4 танка приехало, готовы уничтожать экономику капиталистов. И мы это сделаем, с удовольствием. Ну там вообще рельсы добывает, потому что он добывает, по сути, фигню. Вот. Объедки добывает. Вот вам интеллект, так сказать, Харвестера. Не, он там что-то добыл. Добыл и поехал. Так, поехали, так сказать. Ты у нас такой же тупой, как и наши Харвестеры. Отлично. Нам же лучше от этого. Добейте вы его, пожалуйста. Ладно. Наверное, не добьем, не добьем. Ну ладно, пусть выгружается, а следующий заход забьем. У врага всегда бесконечно этих рейсов. Да не, не то чтобы бесконечно. Они тоже добавят ресурсы здесь, как и мы. Так что у них ресурсы не бесконечные. Проблема в том, что типа... Ну блин, противник уже очевидно проиграл в этой миссии, но все равно он бодается. Потому что он так запрограммирован. И тут есть с этим проблема, на самом деле. Вот я бы поправил это в ремастере, что типа уничтожил этот техцентр. Все, миссия выполнена. Нет, надо уничтожить еще всех противников в округе. Ну блин. Напрягает. Реально напрягает. Так, у нас теперь 3 Харвестера, хорошо. Дорогой товарищ Чейзер, ты меня, конечно, извини, я обязательно пересмотрю запись на стриме, но ответь, пожалуйста, вопрос. Вторую быстро прошли? Да нет, 40 минут вроде потратили. А куда бабахнуло? Сюда, что ли? Вроде 40 минут потратили. Но прошли. Я не на скорость, так сказать, направлен. Я больше на результат. Вообще не понимаю, куда она бахает? Сюда, что ли? Да, где-то по центру, наверное, летит. А ты не охренел ли, а? Acknowledged. Вот и все. Yes, sir. Так что прошел. Верно, незачем оставлять партизан в тылу. Это да. Так, все, ресурсы выезжают, yes, танки выезжают. Будем, наверное, заезжать... Я не знаю, где заезжать. Тут где не заедь, везде трындец. Наверное, здесь заедем. Хотя нет, надо, наверное, быстрый раж сделать вот сюда, по вот этой дорожке, до этого, как оно называется правильно, до главной базы, надо главной базы им разнести будет. Как можно быстрее. В мультиплеере с ботом на сложном уровне нереально было играть, всю карту заполнял юнитами. Ну, потому что он тупо их пока дестроил, ему было, боту было всегда насрать, он типа строил юнитов, и ему было пофиг, хватает у него юнитов, не хватает. Давай глянем, что у них тут. Тут у них... В уголку главная база, тут у них генератор помех и... Да, они казарма строили. Ну, то надо как-то сюда доехать до главной базы и снести сначала главную базу. Чтобы они больше не строили ее. Ну, казармы там не отстраивали, вот это вот. Чтобы геморроя нам не делали, грубо говоря. Поэтому делаем танки штабелями. Результат синоним слова «эффективность». Это да. Просто я помню, мне в комментариях там писали на YouTube, да, когда я загружал записи. Типа, фу, ты как лох играешь. Ну, а я и не отрицал. Как говорится, и горжусь. Я играю с удовольствием, мне просто приятно находиться в этой игре. Я могу здесь просто на этой миссии, не знаю, часа два сидеть, потому что мне в кайф. И никто у меня этот кайф не заберет. Назло всем. Так, давай 4 ракеты В2 еще заделаем, тоже пригодится. Поэтому сидим, кайфуем, так сказать, ребят. Наслаждаемся геймплеем, наслаждаемся игрой. Я, бывает, иногда просто по приколу фоном включаю Red Alert геймплей первого. И все, сижу, смотрю просто, как какие-то ребята играют. Я просто в кайф вообще этот геймплей. Главное, что весело. Это согласен. У меня вообще это самый главный синоним вообще всего моего канала на YouTube. Главное, чтобы было весело. Причем всем. И мне, и зрителям.
А если весело мне, то весело должно быть и зрителям, по идее, да? Так, танки делаются. Ну, можно оборонку попробовать эту пронести. На самом деле, можно пронести ее легко. Давай сюда заедем, мужики. Сейчас танки еще создаются потихоньку. Пока что сюда заезжаем. Скапливаемся, так сказать. Эти четыре танка, думаю, отсюда будут пытаться заезжать. Ну, так сказать, со всех сторон. Возьмем соски в тиски врага. Со всех сторон будем нападать. Эм, значит, мозги. Хочу политопия, но это не точно. А я хочу в Редалет поиграть. Потом политопия. Как-нибудь потом. Ну уж меня простите, ребята, мне как так кайфово в Редалерте просто находиться, я уже это говорил. Поэтому, так, сколько танков? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну будет 8 танков, можно пытаться заезжать. А, на самом деле, надо пару ракет заделать. Сейчас танк один выйдет, надо 2 ракеты заделать. То есть с ракетами мы быстро оборонку-то разнесем. Вообще, изейшим способом это сделаем. Че, пока мы тут сидим, так сказать, пердим. Может быть, вы скажете, когда вы познакомились с серией CNC? Вот я благодаря как раз-таки этой игре познакомился. Ну, Дюну вторую можно считать или нет, интересно? Наверное, нет. Дюна, она все-таки хоть и была предшественником CNC, но все-таки не является частью серии CNC, да? Так что я именно с первой части познакомился, так сказать. Так, там есть ракета. Стоп, ну, танк выезжает, да, и те ракеты. Причем две ракеты, но бы хватит. А ты не будешь выгружаться, нет? Или ты этого ждешь? Да, он его ждет. Надо, чтобы Перпетум с Редалиант сыграл. Чего? Ты о чем? Что за Перпетум? Не знаю такого мода. Или опять вы имеете в виду моды для третьего Редалерта, а? Сколько можно? На день рождения подарили диск с Tiberium Wars. Тогда я полюбил Лысина Кейна. О, Лысина Кейна, это да, это... Ее стоит любить. Так сказать, так, ракета выехала. Нам надо еще одна. А сколько она стоит? 700, дешево. Ну, она картонная. Поэтому такая дешевая. Но бахает мое почтение. Хорошо. Так, можно потихоньку тут складировать войска и ракеты запускать сюда. Чтобы она сдалека все делала. Ну, хоть она не притянута к этой вселенной. Ну да-да. Я познакомился благодаря своему другу, который рассказал мне про красную угрозу, от чего я попал на твой прекраснейший канал. Спасибо тебе еще и спасибо моему другу Славику. Спасибо твоему другу Славику, что, так сказать, поспособствовал появлению у меня на канале такого зрителя. Очень приятно. Ну вот видите, потихоньку колупать можно оборону, а потом заедем как к себе домой. А, экономики у врага нет, ничего нет, все, потихоньку сидим, разваливаем. Где он, танки? Танки — это залог успеха. Все, готово. Теперь эту разваливаем. Все. Хотя ладно, добей, у них даже денег нет. Я в третьей части познакомился, захотел посмотреть обзор, а потом сыграть. Хорошее решение. Все, развалим эту штуковину и заезжаем. Ну, потому что обороны у них уже не будет, и я могу заехать, главную базу разнести. Хотя можно попытаться сначала энергию снести. Не знаю, это долго, конечно, но... Вполне себе эффективно. Давай лучше туда. Долго перезаряжаются ракеты. То есть они, по большому счету, я так понимаю, в мультиплеере, если играть в мультиплеер, они, наверное, чисто на один раз. Типа выпустил их, они бахнули и все. Так, заезжаем. А вы сюда подъедете. И давайте военный завод разряжаться. Ну, мужики, ну что вы делаете? Заезжайте по-нормальному. Блин, надо будет посидеть мод поискать, Quality of Life. С ним так классно было играть. Юниты тупили, но не так часто. А здесь они прямо вот на постой тупят. Перпетум — человек, который снимает 3 ролика в день. Не знаю такого человека, и у нас, если что, запрещен пиар всяких каналов. Если только я это не делаю. Тогда да. А так запрещено. Ну, чтобы вы знали.
Я, конечно, в правилах это не написал, но думаю, это и так понятно. Никто не любит, когда на его канале говорят про другие каналы. Вы пришли ко мне с меня смотреть, а не какие-то другие каналы. Такие дела. В Синтуках бывал? Неа. Не бывал. Я много где был, но в Синтуках точно нет. Сегодня впервые с нами, ну давай. Алекс, приходи к нам почаще, мы... Не только стратегии стримим, но и всякое разное. Ну, в основном стратегии стараюсь, конечно. Все-таки стратегии — это мой самый любимый игровой жанр. Именно благодаря нему я полюбил игровую индустрию в том виде, в котором она есть сейчас. Ну, и в котором виде она была раньше, конечно же. Так, все, заезжаем сюда, ребят. Надо головную базу ему снести. Да, тут, конечно, узкая горлышко. Надо заехать. Я знаю, что вам тяжело, я знаю, что вы жирные. Я понимаю, но надо заехать. Как хотите это делайте. Вот просто как хотите, но заехать надо. Все. Сносим главную базу. Все, валим главную базу. Ну, вы можете и тут остаться. Так, все, понеслась. Алло, 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 стреляем. Ну ты куда едешь? Как я эти ракеты люблю. Они просто великолепные. Почему людей разных цветов ники? А, потому что это Twitch, вы сами вольны выбирать себе цвет ника. На Твиче можно выбирать цвет ника, если вы не знали. Теперь знаете. Теперь вы знаете больше. Я так понимаю, ракету тоже контролить надо, потому что они тупят дичайше. Ну, а что стоим? Огонь. Во. Другое дело. Так, ну все. Осталось тут только ему какую-то одну постройку снести. А, вот, добывалочку. Бам. Нет, еще не все. А что им еще надо сносить? Прям все сносить? Вы что, сдурели? Я не хочу им прям все сносить, это долго. Не, игра, ну ты, конечно, меня разочаруешь в таких моментах, конечно же. Типа, иди и сноси все турели. Ну это что, с ума сошли, что ли? Давай, может быть, еще им снести вот эти вот силосные станции. Это бред. Сейчас скажут, ты что, иди сюда, вот эти четыре хреновины уничтожай. Вот будет клево. Кстати, я про вас забыл, парни. Давайте вы, кстати, туда съездите. Съездите сюда, метнитесь, так сказать, рыбкой. Как спрятано в горах? Да не особо и спрятано. И проблема в том, что, типа, видите? Unit Last? Это тут, типа, всех мы потеряли? Прикольно. А, не, они то еще едут. Кстати, тут кристаллов прям, мое почтение. Какой-то юнит остался. Да тут не юнит, тут, я так понимаю, все надо снести, типа, да? Прям все-все-все. Это бред, конечно. Не люблю такое в миссиях. Типа, ну, как бы, тотальное уничтожение — это хорошо. До тех пор, пока это не является растягиванием искусственным временем. Типа, мы-то миссию выполнили уже. Какие проблемы? Давай, удачи, Акира. Джоджа Кира, точнее. Вот я смотрю твою борду, буду 40-тысячника тебя смотреть. О, и в арпате юнит тоже тупят. Там многие стратегии юниту тупят. Но здесь они прям сильно тупят. И разработчики, делая ремастер, могли это поправить. Но они не сделали этого, а жаль. Это здесь, так сказать, раздражает. Реально раздражает. Все или еще что-то? Блин, серьезно, оборонку сносить надо? Трындец. Прям все уничтожить, да? Не, ну это как бы издевательство уже над игроком. Тебе скажут еще уничтожать что-то. Серьезно, а что еще? Вот этот домик несчастный, дом мастера игрушек. Ничего у них еще осталось? Да нету тут уже ничего. Все, нету ничего. Доты, дзоты, все уничтожили. Даже уже гражданских тут поубивали. Все синие точки на карте почистили. А, блин, реально, надо было все уничтожить. Прям все. Даже гражданских. Трындец. Не, ну это, конечно, не очень хорошее решение.
Потому что, по сути, понимаете, вот эти 43 минуты прохождения миссии можно здесь смело вычитать минут 15.